В 2013-м в областной столице введено в эксплуатацию без малого 227 тысяч квадратных метров жилья, что на 14 тысяч больше, чем в прошлом. Рост превысил 5-процентный барьер. Цифры на планерке у мэра Орла озвучил начальник городского управления строительства. По словам Вячеслава Осипова, за 11 месяцев года уже введено 200 тысяч квадратов. Особо главный строитель города отметил многочисленность зашедших на рынок организаций и быстроту при оформлении мест под застройку. В Орле ведут строительство 24 инвестора-застройщика. Администрации города за 11 месяцев подготовлено и выдано 197 разрешений на строительство объектов, в том числе 27 на строительство многоквартирных жилых домов и 96 на объекты индивидуального жилищного строительства. По словам Вячеслава Осипова, объемы строительства жилья в городе растут год от года, и в 2014-м планируется ввести в эксплуатацию уже 231 тысячу квадратов жилой площади.